Арена 3 на 3, чё, куда нажать там? Да, вкладку прям, нет, не Арена 3 на 3, World of Warcraft, и самая последняя вкладка будет Киберспорт. И там сразу у тебя высветится окошко. Так, финал турнира 15-го года. Ютуб близок, 4 минуты. Да, самый конец сразу включи, там будет финальный бой. Там просто Тиму посмотришь, состав Тимы, которая взяла чемп мира. Там Виталь, просто да. Нелепо, да, тут. Назгал, ты тут? Да, Симон есть. Танчить научился? Хороший вопрос, сейчас посмотрю. Хорош. Симона нет, лети сам. Там просто видишь, Эрдру, Хант, Кот, блядь. Просто, ну, это настолько глупо, блядь. Когда они убивают Дехайр, Шаму. Иди, Конос, приводи тот трэш дальний. Лова сам. Я не про тот трэш говорю. Давай, нас голову, уже там стоишь агрею. Конос, вытянешь капитана, командира. Погнали, РТД, бить командира, милики, бейте этот трэш. Что ты там, трэш рели, что ли? Ну так, чтобы не умирали. А надо? Да хер его знает. Какая ты говорил, Тима там взяла? Эрдру, Хант и Кот. Тройку? Да. Ну, вроде Хант там был. Но Кот и Эрдру это точно, потому что я еще смотрел на эту нелепость. Два друида, блядь, ну, в да. Тройке. Это с кого убеди, к другому там, знаешь. Это патч какой? Был 7.3.2. Нет, может, в 17 году точно не скажу. Сейчас может, поставили, нормально? Сейчас поставили 7.3.5 и очень-очень тяжело стало, если честно. В плане кнопочек? Нет, в плане кнопочек всегда было тяжело. Но отличаться скиллом и сообразительностью оно всегда тяжело. Но в плане того, что боссы в ППшке, первый босс в ПП, обычный ПП, да, у тебя 2 минуты бой, 2.5, короче, там. Я энхом 2 раза волков призываю, мама, волков. Мама, 2 раза, понимаешь? 2, блядь. На ребре ты их у нас не успеваешь 2 раза призвать. Ну, на Элидане бы ты их призвал в раз 15. Либо они были, конечно. Там нету волков энха. Нету, конечно, откуда они. Они появились, это самый последний скилл его. Это только наличие. Чё, мы сегодня когда качались, короче, в Hellfire, там Димон налетел на мага и с одной тычки его уничтожил, короче. Ну он просто, маг не прожал щит маны, а если он прожмет щит маны, он сядет по мане. Мне не хватило маны, чтобы убить Вара. Он мне ничего не мог сделать, но мне маны не хватило. Он тут. Если чё, короче, если кто будет играть с Америкосом, и он будет спрашивать фокус, знак вопроса, это он спрашивает, кого чё? Ты будешь контролить. Чё? Да. Ну, это логично.
Так вот, Тарен уже выиграли этот Аркан, Эрдру и Монах. Че, я тебя не слышу. Еще раз? Вот тут показано, что арену выиграли Аркан, Эрдру и Монах. Поставь стол, пожалуйста. Этот Арм, поставь столик. А убили они кого? Может быть, и я что-то перепутал. Короче, надо каску бафы, Лерана, Кулаки, Тил, Кресты. Финал АБЦ против Панда Злого. Еще раз. Лерана или Рулана, Кулаки, Акарканский, Сил, Кресты. Сейчас я рыбу поставлю, ешьте. Я почему-то кота там видел. Бля, что, может, я так понял. Типа он прыгал, просто в форму убегал. Может быть. Баф дайте. 300 баф. Но все равно, не знаю, там Эрдру, но абсолютный ноль, он вообще ничего не может. Во-первых, они выиграли, когда было уже минус 36% хила. Там минус 36% хила. Рост. А где рогатый? Почему он ФКшит? Рост. Я не ФКшил, я рыбу ел. Ой, я не могу тебя бахнуть, ты рогалич? А, не-не-не. И реально, да, видел этих типа победителей, меня что взбесило, это не какие-то олдскульные типы, это обычные малолетки, которые просто там ворвались, наверное, на патче Дренора, блядь, и все. Что у тебя? Немножко, конечно, сколько времени убить в этот опыт, блядь, а он в жопу сейчас идет, потому что все уже по-другому. Не зависть, нельзя завидовать, восхищение скорее. Какой-то долбой. Согласен. Так, метка была на Назгауле, Тварь, Акар, Гомеопатия, конченная эмблема льда. Кощуга был. И кралька. Хорош кощуга. А чё тебе на 1% пиздец, как это важно? А чё, не тебя, важно? Из-за тебя умер твой заклятый враг. А, ну так нормально. Короче, послышалось или Кощуга немножко выпил? Послышалось, наверное. На Сгалу ты основную копию танчишь, а Акар первую, Кона вторую. Да давайте сейчас. Сейчас бы на Сгалу танчи, да? Ну, а чё, можешь научиться. К тому же основная это сам. Где он вообще? Не знаю, Рогалити, где ты? Кто это? Это же Нарексис? Ну, Валера, да. Ну ладно, начинай насрать. Давай кикнем опыт. А-а-а, цирк приехал. Интересно, если бить этого босса по тактике, сколько стаков мы сможем нафармить? 99? Ну, с Войдом это количество бесконечно, мне кажется. Титок обменит, ну-ка. Двое сильнее страдания! Он так сказал. Крикните на пехту товары. Блять, я в корень кажется. Че тебя клонит ко мне? Иди вправо, на Розаул. Танки, только стойте, не вели друг от друга.
Ваня, а кем ты вреден? Сейчас я тебе крикну. Контом. Не достаю до тебя криком. То есть. На скалу надо двигаться, когда идет вихрь клинков. Я даже не знаю, делать конусу замечание или нет, ну ладно. Какой именно? Ну что ты от меня не отводишь? Ты оставил вертушку там, где я стоял. Мне пришло тебе сходить от твоей вертушки, чтобы уйти от своей. Че ты просто чуть-чуть дальше не провел? Агрит, пожалуйста, дай маме. Стой, да, не агрите. А мне показалось, что достаточно там было места. Суманите, Рогальти. Черные драконы явились из ниоткуда. Мы даже не успели понять. Ах ты, Джерион, ёбаный мультидон. Силы были неравны. Крита нету, что делать? Так на этом море профит на мультидоте. Лёд, самогон, ты тут? Дайте шкаф. Самогон раз, самогон два, щупальца три. Да, все. Так, щупальца, можно дать ГП. Держи ГП, начинайте танки. О, нормально, я стал на запад врываться. Спасибо всем. Пожалуйста. Чтоб ты злом был. На запад врываться, когда у брата небо 40 пар. За что у меня ГП дали? Потому что шкаф не поставил. Зашел сразу такой ВРК. Потому ну, что блин, я как бы не АФК, что ты можешь написать в чат, чтобы я поставил шкаф, или ты дебил? А зачем РК-то надо? Ой, потому что я не мог зайти в РК, ты мог написать в чат? Чего же ты зашел? АФК, что ничего. Ну, потому что ты мне ГП дал, логично. Ну, я тебе дал его за то, что ты не поставил шкаф, когда я сказал. Ну, сними ГП. Сейчас я посмотрю еще раз. Повторим для тебя. Что? Что? Ну, говорю, сними, мы добьем. Да. Нет, сейчас мы добьем босса, и потом я проверю еще раз свою реакцию. Мне кажется, ну шкафа до сих пор нету, да? Я да, не вижу тоже. Потому что мы босса бьем, блять. Логично, что я не могу шкаф поставить, лоу. Это твои проблемы. Знаешь, типа, вы можете по-человечески общаться, как бы нельзя было в чат, но все, чтобы я поставил шкаф. Не, погоди. Если, короче, псих забеременеет после того, как он тебя будет ебать, тогда у него с реакцией проблема. Если успеет вытащить, то проблем нет. Что? После шуток прицела надо техаску вот эту херню ставить. Типа, вообще, ну, промах просто, блядь. Там есть такой, типа, ха! Их, пожалуйста, можно я буду что хилить такое? Свет? Да, окей, стил Лола хилить свет, жрец ПД, гемиопатия и кралька хилить тьму. Свет танчит конус, на заголу танчишь тьму. Правильно, все сказал, дисплеит свет, Crazy Brain. Нахуел? Пускай Джерри он дисплеит, я не хочу. Че там подисплеит свет? Ну ладно, да. Джерри, подисплеит свет. Сейчас рыбку поставлю, ешьте. Четвертая патия, остаемся добивать. Это давай подождем 50 секунд. Да, конечно, у меня что ж когда. Свет в первую фазу. Я начинаю первую фазу. Да, ты начинаешь танчить босса и остаешься потом во тьме до конца боя. Иди за грот, только чтобы тебя не сорвали, пожалуйста. Рунический удар отдавай, все говно отдавай. Когда заходишь во тьму, юзай этот незабываемый следа. Потом кровь вампира, потом Т10 бонус и так далее. Первую фазу подиспелит гемиопатия, тьму тоже подиспелит. Понятно. Так, давайте чекнем. Акр. Алик, чего не хватает? Мозгу. Бывает, давайте заходите за линию. Есть у кого-то баночка на ХП? Баночка мозгов, да. Не, на стамину. Пока не на стамину. Первая пати, и вы, если что, тьма вся. Вторая пати, там относится ко всем другим людям, которые не знают тактику. Лирана первый фридом, смарт-кью второй фридом.
Если вы не распределяли, если распределяли, кидайте как распределяли. Зачем? Все нормально. Давайте еще раз чек. Кресты дайте вашему ману. Тил. Олег. Олежка. Олежка. Олеж. Конченый. У меня есть крест. Напишите в РК, кто на кого ролит, или ЕП, если вы на другого персонажа получаете, тоже напишите. Все, есть крест, давай, нас гоу, иди пуляй босса. Павел, Павлек. Что тут делать надо? Все, я вспомнил. Играть. Ты что-то тогда тут забыл? Играю. Вместе с Войдом? Используйте только шамана, это Лем. Нет, вместе с тобой. Лем может побежали на ту сторону. Нет, он не может. Во тьме не может. Он и в свету не может. Точно. 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 Бим, повесь шестес на холи полон. Тогда срочно баночку интеллекта мне. А, это на личие, сорян. Кукурузка. Сам себя диспелишь. Давайте бежим. По игнорам, короче, Войд, жрец ПД, кукурузка, лоли заливайте. Хотите служим. Аудио, выноси метку. От стены отойдите. Стой, не заходи во тьму, подожди. Отбегайте лужу, все, давай, заходи. О, хорош, рогалите. Давайте остальные, кралька, зашел. Кукурузка, резни рогу, потом заходи. Все, заходи быстрее во тьму. Будет метка. Ну че ты остановился, блять? Ты не шла? Готовы. Да что готовы, я же с вами дамажу. Стойте, ждите. Слезы пройдут, лола, выноси метку. Заходите. Все, заходим. Разливайте шаманом. Эти бафы по роге. Каску крест добавляйте. Гмем по тебе метка, алло. Опять. Иди, выноси. Пик на хп можете обновить тоже. После лезвия давайте пичмот выноси, 52%, сейчас будем выходить. Готовьтесь, сейчас портал и сразу выходим в свет. Давайте только по-бырому это сделаем, давайте выходим быстрее. Идите в звезду. Все, давай, рост, лола. Диспел, диспел. Кто диспелит свет? Джерри, перебежали. Да, я что-то забыл, все нормально, что будет. Лучше в рейд, уходите. Пимп, опять метка. Все, давайте, големы переключились, дайте рост во тьме. Рост во тьме дайте. Пейте големов только. СС повесил? Там просто дерево было. Все, бейте, бьем оба мира.
армрестлинг выноси, сам себе зацепилишь. Перебегаем, роял от меня отходит. Давайте стопаем босса, бьем только големов. Отличная метка. Лола, выноси, Конус, прожмись. Дай кто-то красную капельку мне. Нет, некому давать, беда. Веди трэш, Виталик. Так он вроде не растет сейчас. Уже нет. Все, бьем об умира. Акар метка, молодец. Перебежали, перебежали. Вики, трэш добейте. Тима, стопните дамаг. Беда. Пимп, выноси метку. Ой, меня поднимай просто... Крэйзи Брейна. Дипич мод станешь сам. Забери босса, босса, босса. И больше некому. Долго надо поднимать. Да пытаюсь. Куда? Они мрут от них. Роял, ты выходи в свет. Роял, свет, выйди. Все, падайте. Нет, не падайте, умирайте. Ползри, это как нарислились все просто. Да, от обычной лужи. На шарике. Сколько еще таких героев? Курс. Кстати, Антон, а в натуре эта фигня, надо делать квест в инсте, типа, чтобы эликсиры были. Дайте еще раз мамонту поменять. Где же рыба? Сейчас. Во. Ты имеешь в виду, чтобы у тебя фласки на 2 часа были? Да. Нет. Не выдумай. Фласки на 2 часа у тебя идут от пассивной алхимии. А мастер эликсиров — это прок. Когда ты делаешь фласки, короче, у тебя может прокнуть не x2, а x4, x6, x8 даже вроде возможно. Точно не помню, давно уже было. И там уже делается квест вот этот вроде в библиотеке. Вот и я про то же, блять. А мне кто-то недавно доказывал, что, нет, короче, фласки на 2 часа зависят от того, что у тебя именно мастер эликсиров. Блин. Нет. Это пассивная. У тебя еще зависит, если у тебя несколько профессий, у тебя алхимия должна быть главной профессией. Там и не за то сейчас. Ну как бы тоже, потому что у меня вот 8 штук профессий, кузня, юва, и у меня фласка 1 час висит. А я мастер. Заходите за линию, заходите в шаманы. Кто может сам встать? Напишите плюсик. Я могу. Каску, крест дайте. Сейчас, секунду, мама. Каску, пристав, на арене. Всем, наверное, каску, да? Да. Спасибо, что подсказал. Всегда обращайся. Дайте кулак по ШП. А почему без прота? Да нахер он надо? Виталик, баф не прото по ДК, а Smart Q баф не каску по ДК, и все. Больше никому не надо. Давайте чек на пул. Прото не дали, дали. Давайте с этого трая ГП будем начислять. Так как в прошлом трае умер Рогальти 2 раза, и мне охота 2 раза ГП начислять. Все, если готово, зайдите за линию. Давай, начинай на сгул. Этот мир вот-вот соскользнет в бег. Вам выпала честь. Узреть. Кулак по роге. Лирана. Бегите.
Аня, можешь заходить во тьму еще со всеми. Ну хорошо. Аудио вынеси. А если я поставлю человека в игнор, то что он пишет в крик, я тоже видеть не буду? Да. Тирана вынеси. Окей. Видно, если над персом прорисовывается, то видно. Прибегайте. Но персон еще не будет видно. О, идеальная лужа. Так, армят. Приморозь, приморозь. Нормально приморозил. Нет, все хорошо. Давай, ДК, сразу заходи. Сейчас ждите. Все, Дрейд, заходите. Липа, может полезать ману, но маленький трэш. Да не надо. Беги, малышка, беги! Стоим по коррекции ману. Аудио метка. Сделает ваш аудио. Заходим. Звук. Заходим, заходим, заходим. Еще потяни его. Все нормально, чего? Станьте звездочку им кадай. Че ты? Не, нормально. Была метка, фридом дайте. На сгол лезвие не лови. Не лезвие, дыхание было. Похоже на лезвие было. Нет, дыхание. Там я так рано метка. Да? 51% после лезвия будем выходить. Ждем метку, вот, гомеопатия, выноси метку. Все остальные выходим. Трепещите, ничтожные, перед посланником смертокрыла. Давайте рост. Стоял метка. Грязи Брейн. Перебегаем. Давайте рост во тьме. О, конус умер. Ой-ой-ой, почти. Успел. Ну, падайте во тьме. Бля. Чё у вас? Интересный такой момент. Чё ты умер, Лё? Я сейчас смотрю. Чего не? Мне кажется, от того, что ХП закончилось. Капитан очевидно. Там всегда парихаста умирает, просто. Не, ну здесь не парихаст. Ладно, придется самому посмотреть. Вон 1.6, который последний. Нет, 2.68. Вот от той атаки сработала орехи. Сработали орехи, и потом убило меня. Это просто рассекающий с атакой был. Так чё, орехи? Перебежка была, они тебе, понятное дело, не хилили. О, нет, я остановилась на перебежке. Ты почаще останавливайся, да, давай, ты сдохнешь, а потом будем эту картину смотреть. В смысле, Виталик, я в конце останавливаюсь и даю, потому что у него сильно проседает ХП. Это твое личное дело, да. Меня это не касается. Можно мгновеночку отдать. Так как я не упала, Виталик. Можно, короче, перебежать. Волны показались малой. Можно перебежать на ту сторону, встать под лапку, дать большую волну, дальше побежать, дать большую волну. А можно она по имени меня называет? А здесь не типим под кто-нибудь? Хорошо, Гуделк. А, сейчас будем играть, это не дохило.
Ты мне скажи, мы пойдем по стену БК или нет? Это все потому, что вы сразу подрочили. А, да, понял. Я и так уже должен спать, короче, а уже час ночи. Ладно, вообще насрать. Пим, ты тут? Сейчас ночью спать. Ешь сырынку. Да, закинься какой-то фигней на работе, что, первый раз, что ли? Бля, сейчас бы горячас бы. У меня только два вопроса. Почему у него участник? И почему у Войда, блядь? ГМ-ка, ВРК. Что, блядь, случилось, пока меня не было? Ну, вот всегда она была чуть тормоз. С самокона я снимаю ПКД, я хз, к нему ПКД ее возвращает. А Войду, блядь, участник. У этого тут, модератора. Тут я не в силах. Какого хуя? Так, сейчас, подождите, я морг найду кого-нибудь. О, гном есть. Давайте чекнем пул. Давайте попробуем с групп лутом убить. Может быть, прокнет. Рогалити, жрец, ПД-акер. Давай еще шмот поснимаем. Может быть, прокнет. Жрец ПД тут? О, выпадет плащ и запад, если я их вырлю, я либо с гильдея. Все готовы. Давай, начинай. Выпулит рейндштанка. Да, на пофиг, стоим так уже. Димон. Димон! Перебегаем. Смотрите, сколько у вас места. Вы можете добежать прям до стеночки. О, молодец, жрец ПД. Добежал. Ты тут? Ты встанешь? Пусик чат, пожалуйста. Стенка, по-моему. Беги, малышка, беги! Жрец ПД, алло, алло. Он за стенкой вроде. Нет. Вот тогда метеор не убил. Пойдем, значит, в 4 хила. Что делать, не оставаться в тьме или выходить в свет? Конечно, выходишь в свет. Драна метка. Ты можешь просто сразу вайпнуться? Да не, давайте попробуем убить. Жрец ПД, алло. Вот, видишь, он валяется. Видишь, что пингует. Почему? Ладно, не нет, так. Лирана метка, отойдите от стены. Давай, на сгол, заходи сразу. Хилы, подходите ближе. Четвертой пати добиваем, кроме охотника. Все, заходите все в тьму. Охуенно. Кралька стресс захиливает танка. Хотя там такой танк, конечно. Беда. Лучше бы тебе оставить Иршаму, а Нардруга в себе. Не-не-не. Логично, Димон. Димон! Давай так и сделаем. Кралька, выйдешь с нами в свет, Лола, останешься во тьме. Так, ждем. Кралька, выноси метку. Все, можем заходить. Ты хили, главное, только танка. И метку, и ОТ. Все. И рейд, как бы. Ну, тут ДЦ вообще-то. Ну, если ты во тьме, то там только танка хилить надо, если. Не парься. Дизнитэм. Главное, не умирай, и все. Диспальти фридом. Диспальти фридом? Ну, типа диспальти, запятая фридом. Здесь, ну так и надо говорить, нахуй. Это мы не понимаем. Только метка. Позже Эршан, Эрдру Света, Холи Паулу и это... Не-не-не-не-не-не. А чё? Танк умрёт. Умрёт. Сейчас будем выходить. Хильте меня, пожалуйста. Все, выходим, свет. Хилы, как сказал, выходите. Вот это босс, конечно, стоит. Давай, Рос, лизни тотем.
аудиометры. Кранка вноси. У нас прожмись. Сил, дай красную каплю на него. Давайте перебегаем. Индера мне отдавали, как вы ходили? Надеюсь, нет. Давай, рост во тьме. Убейте РДД большого голема, по боссу столпите. Все, ладно, падаем. Блять, по нему попал ХП сносит. Вы чё, какие два хила, ребята? Ты первый раз хилишь там? Я не успеваю кидать в него волны, понимаешь? И тут ДЦ, не холик, не эрдру. Рейд падает, холик, и он есть. Падает. Холик есть. Гните полученный урон по Назгулу, пожалуйста, на так просто. Действительно, летит очень много. Вы видите, чего тьмя с ним творится, когда все там... Зачем линковать сейчас скажешь, опять же, он, мол, он обидится. Я ничего не буду говорить, я просто хочу сравнить. Так, просто танчил просто. Жрец ПД. Жрец ПД, ты тут? Да не, полученный урон, сколько он всего получил. Можете линковать полученный урон, а не до чего он сдохнул? Ну, на... Как ты будешь сравнивать? Вот, чтобы у тебя было какое-то сравнение, он должен там 3 ляма получить. Чтоб ты сказал, да, ДК за весь бой столько не получает. А так, если тебе линканут лям 200, и что ты скажешь? Я ничего не скажу. Ну, реально, ну как ты высчитаешь, что ли? Что Джерри он обрыгал, ты скажешь. Можете дать ГП за незахил, только не отправляйте меня хилить тьму. А чем тебе тьма не нравится? Потому что у меня там сильнее лагает, чем в свету. Ай, давай, Лизнец, пекайся. Вот задеваем тебе винеры. Потому что жрец ПД, походу, отъехал в мир иной. Че бы вылететь? Угу. Есть кто хочет? Так, давайте позовем Дилласа. Диллас идут. Пусть Джерин попросит. А сейчас Дилласа. Я зайду. Молодец, а за кого ты зайдешь? На шанал. Да, сейчас бы Джерион просил. Какого шамана? Джериона попросить. Шам. О, подожди, что я пропустил, я просто сейчас вылетел. Че? Что ты хотел, я просто сейчас вылетел. А ты говоришь? Лучше рейд? Возьми черного. Да. Гика, да, помню. Лимон ХД. Она была первая рейдж. Второй шаман. Второй шаман. Так, это убираем. Лесниц Тэм, спекайся обратно в лема. А ты не спекался, красавчик. Поставь лок шкаф, пожалуйста. Хочу бы поспать 3 часа, да? Да, сейчас бы поспать 3 часа, а потом убитым идти на работу. Сейчас бы Джерена у нас пернуть. Надо шутить, как... Только не пиши мне больше в 6 утра. Знаете, что я вам скажу? Вы заебались со своим щазом, блядь. Уебитесь головой в стену, придурки ебаные. Сейчас бы об стену было уебаться. Сейчас бы донатить талисман. Да, сейчас бы талисман задонатить. Давайте фулбах. Заебись. Где тут рыба? Понятно, пить рыбу никто не ставит. Ешьте. Может еще, кстати, настойки выпить, нормальная тема танки. Серьезно? Ой, а ты кем? М? Говорю, ты кем? Ты ебанутый? Да. Не. А я да. Ладно, давайте чек на пол. Так, по инерам давайте. А, Гекада, ты хилишь тьму, если чё. Ага. По инерам Войд Лоли, Кукурузка, Гекаде. Галька может тоже кому-нибудь сделать. Акара, Юн. Пусть мне сделают карту. Так,
Бибоп, ты тут? Ты зачем мне ИП снимаешь? На трассе? А Бибоп на дыре, походу, всех ИП снял. Или мне подпили, мне кажется. Давайте чек на пул. А вот теперь ты себе добавил это. Потому что Джерри он был выше. Не знаю, сейчас сниму. Понял, Джерри, как я тебя заступаюсь. Акар. Все, все готовы, давай начинай нас гол. Релог 30 секунд, а что, реагирует, да? Ты релогаешься? Да, ты чат читаешь? Нет. Ну, написали так, что релог 30 секунд. Ну, стрелись, значит. Релогаться, когда я уже чекнул. Сейчас бы чекнуть, когда релогаешься. Сейчас бы написать, когда я уже чекнул. Все, давай, начинай. На пула нету, так что живи. Давай, руник. Мы на пулу не гоняем, да? Бегите. Как близко-то. Чтобы все нормально. Аудио. Где рано? Давайте бежим. Аудио на симметку. Завязай зеленку, пробеги через лужу. Давай, БДК, беги через лужу уже к порталу. И заходи. Рейд, заходите. Резкий ману. Там можно зайти? Не-не-не-не-не-не-не. Все, давайте заходим. Хорош, что не сходит. Как вы заебали? Ладно, будете жить, сейчас попробуем затащить. Готовьтесь, после лезвия будем выходить. Войд, реснешь бима по Тирио. Кукурузка, реснешь пимпа. Давайте, заходите, выходите. Выходим, выходим. Быстрее ресайте. Очень быстро ресайте. Гемеопатия, сразу заходи во тьму. Ладно, давай, не заходи.
Да, давайте рост. Мы пути пока что. А, все отлично. А, нет, не отлично, да пока у нас. Скажите, когда лезвия придут. Держи он. Это кран же стоит. Перебегаем, гомеопатия, заходи. Ну, тыкай, тыкай. Стопайте по боссу. Уходите, слушай, Юр метка, диспела Юра. Давайте возьми рост. Эти големов. Ой, приз не заходил, давайте вы вдвоем хилите. Кальково, наноси метку. Лирана, дай красную каплю на сгула. Бейте, великие боссы. Бегаем. Стопайте по боссу, давайте твой трэш. Смарт-фью метка. Зибрейн метка. Вы добейте большого. Гимномана. Менелтор, гимномана, бой. Маны, лоли, заливайте, армрест, ВНС. Перебегаем. Ну так. Я кинул капли, пока шаман выносил. Видно, во тьме только на хила кидай. Давайте големов. Каплю кидал, пока шаман выносил. Давайте големов. Ну, стопайте по боссу. Стоп дэв босса. Бич мод выноси. Стопайте, не бейте босса, ну, хантер, ШП. Все, перебегаем, бьем босса. Декада метка, дефси в ДК, ДК во тьме дефси. Эти големов. Видите, один заходит. Второй пал. По тьму зайду, давай. Можно? Да, давай. Скажите, когда лезвия придут. Смотри, если заходи. Стойте, в свету, не бейте босса, ну, ДК во тьме. Ну все, падайте, да, падайте. Не-не-не, падайте. Гомеопатия. Кто диспелил метку? Я танчу на мат. 65 тонн. На ком тогда метка-то кинулась? На гомеопатию. Сейчас посмотрим. Какой-то вар чарльнулся, по-моему, или что-то такое. Да. Почему ты во тьму не зашел? Зачем ты стоял у портала гомеопатия? Я же либо резни Тиакра. Тело можно его резать. Читал кто-то книгу «Преступление и наказание»? Да. Чё? Понравилась книга? Ну, это где Джерри Ром зарубили? Там очень мало поучительных историй, если чё. Заходите за ним. Там есть преступление, а потом... Наказание. Преступление. Кашка, дай полу.
Мне кажется, там так завуалировано, что в итоге это даже не преступление. Зайдите за линию. Посмотреть на эту ситуацию, так и будет оно преступлением или нет. Но там не рассказывается конкретная правда, которая есть только одна истина. То есть что ты несешь, нахуй? Чувак зарубил, блядь, старуху, потом учился, блядь. Преступление? Как думаешь, какие, блядь, произведения нужно было еще почитать? Давайте, за мной пойдем спать уже. Не знаю, хорошего. Давайте мы зайдем за линию и примем чек. Муму. Муму, да? Там прям по справедливости. Дайте Протона назвала. Так. Да, да, есть на нем Протон уже. Там главный герой преступление сделал какое-то, да, и его наказали потом. Не, там просто он выебывался, его утопили просто вот. Хорошо. Это собачку утопили, что ты несешь? Все зашли, давайте, все готовы, подтвердили чек, на сгул начинай. ДК начинает, а не кто-то. Заря, ебать ты историю переврал. Ну так главный герой собачка. А, вот еще один. Ты просто въебывался. Бегите. Самое честное, наверное, это, ну, Гарри Поттер, как бы, да? Там Волан-де-Морт как бы начудил и умер в конце. Перебегаем. Ты бы какую роль там сыграл? Волан-де-Морт. Преступление. Наверное... Ну, как ты в луже стоишь? Зная себя, наверное, я бы Снейка сыграл бы. Гермиону! Типа уёбка, которого никто не любит, но на самом деле... Спасибо. ДК, заходи во тьму. Ну, прыгай через лужу, алё. Ну да, сейчас буду бегать по луже. Рейд, заходите. Что это такое? Сыграл... Что происходит? Василиска, блядь. Сейчас. Крейси, блин, ничего не знаю. Придите налево. Злой, что ты делаешь, Ситу? Да ты мудак, я же был сюда. Что-то... Он с первого трена бежал. Ты был всегда в третьей пати. С вами Галема. Сейчас полудрида умрет. Хорош. Стойте. Аудио, так, первые 4. Пимп, дипич, кукурузка. Так, все заполнил. Ты гонишь, ты видел, что с Халеоном было? Нас как бы не в Халеоне дело, могли бы выжить, блядь. Ну там дело было. А тот, кто раньше заходит танк, вы просто... Туда крылья, я крылья поставил, блядь, там. Я сорвался, блядь. Давайте я буду заходить во тьму, тогда... Злой, останешься добивать голема. Да, когда я... Чё творишь? Останешься добивать големов, я зайду во тьму, если они тупенькие. Так что там? Кому мне оставаться добивать? Кто виноват в этом драйве? Не-не-не. Ребята, ну, там... наверное, на СГУ. Либо на СГУ, что... Вот ты... Угу. Ты по справедливости решил, да? ДК там. Ну, так там еще есть такой вариант, что ДД раньше него, типа, заходит и хуесосят там что-то. Куролись, ты а? Не прав, потому да что, как рассказывал, как все было. ДК зашел во тьму, завязал незыблем изда, дал одну ЛПшку, кто-то зашел потом во тьму, сорвал агро, и Халеон стал как конченый босс. Ну да, может быть. Как можно, я не знаю, с пула во тьме сорвать игру, не понимаю вообще. Ну может быть. Там не агро сорвали, я просто не понял, как я вот смотрю, я зашел. А, он уже как-то то ли криво встал, вот я тебе то ли говорю, как-то. Потому что кто-то раньше тебя... Ну, нет, смысл в том, если кто-то бы раньше зашел, этот человек бы умер, вы понимаете? Не всегда. Нет, есть такая тема, как уклонение, парирование. Давайте мы обсудим это потом в группе ВКонтакте. А пока что мы... Скажем, на СГУ, что если пока в следующий раз... Пока что мы феи в клубе, Винк. В следующий раз на СГУ, если будет такая шляпа, я буду вынужден тебя поменять и... Ну, там уже будет рассматриваться... Твое исключение из гильдии, это как ты, ну, плохой танк. В смысле, так себе, ты видел, что происходит? Во-первых, когда
Ему говорят, заходи в портал, он сначала бегает по луже 3 секунды, потом юзает зеленку и потом только заходит в портал. Я не знаю, кто это еще видел? Да. Я не видел. Я вообще не знаю, как там он выживает. Вот, ну вы посмотрите сейчас за ДК. Ну, Ваня, посмотри за ДК сейчас. Прям как Ваня, дружно станем круг, дружно. Типа, Виталий, иди к доске, и ты морозишься. Блять, Виталий, иди к доске. Ты такой, чё, блять, происходит? Меня зовут, что ли, да? Сейчас бы инту не бафать, да? Что-то на мне бафов не хватает. Виталий, иди к доске. Давай посмотрим твой шмот для начала. Так, на этот раз я готов. Сейчас бы танчик колечко. Надо да, ну да ладно. Так, еще Твой раз. Твой же псих, похер. Ну я, ты понимаешь, что там не все подтверждают готовность. Если мы запулим, это вайп. Все, все готовы. Все подтвердили, на СБУ начинай. Секунду. Стой, стой. Задолбали, блин. Вы понимаете, не очень удобно. Если, блин... Все, готов. Как трудно остановиться, ладно, иди пуляй. Остановись, пока остановка не стала последней. Как же трудно остановиться, несправедливо. Кама пуля. Настрой человека сбивать, он же настроился идти, а это такие стоны, он такой ам-ам-ам-ам. Это как цокнулся рюмкой, да, и только пить, и опять бегите. Кто-то с тобой цокается, и тебе надо опять, блядь, не настраиваться, да? Я видел за Войда, хорош Войд. Пидор. Акар. Приморок. Спасибо. А почему Олег эти отсылки вообще? Не, вообще, ну, честность, это главное в людях, мне кажется. Тем более вот здесь, в игре, как бы, она самая больше ценится. Потому что, ну, как бы, есть из кого выбирать, да, ты выбираешь, ну, пытаясь лучше. Уж потом же не было. Все, Виталик, хватит уже. Ты не в президенты идешь, помолчи. А нахуй. Арм, выноси. ДК, во тьму ты не заходишь. Ты ждешь, пока что пропадет лужа. И весь рейд тоже ждите. Дай полчаса тут раньше зайдет. Ты еще не забрал права пикать, нет? Нет. Твои... Смешно, твои... Твои... Заткнитесь, все, ДК, заходи. Заходи, ДК, рейд, заходите. Я захожу. Так, давайте встанем в звезд. В звезду. Умоляю. Интересно, что там Олег рассказывает? Я не слышу, что за то что-то старается. Что там за преступление и наказание пересказывает. В звезду. Хорош. Японцы, когда напали на Харбор, добили. И когда давайте заходите. Да, Виталик, подождите. Заходите. Сказывай, все равно сейчас вайп будет. Да, очень несправедливо, и они поняли свою неправоту. Скажи уже прямо. Из-за этого. Они приняли американскую конституцию, которую до сих пор не поменяли и живут до сих пор по ней. Нет, сейчас я знаю эту что-то. Историю. У меня нет айфона, блядь. Давайте помолчим, умоляю вас. Умоляю. Да я. А началось это все с Хиросимы Нагасаки, если помню, что такое. 53%. Хуясаки, Магасаки, блядь, что? 51%. Да. А гражданская война была между Бэтменом и Суперменом. Кралька, выноси метку. Ну не в портал, Кралька, умоляю. Фух. Выходим в свет. Давайте рост. Лол. Точек на БДК можете покидать. Присты. Спасибо. Перебегаем. Это был классно. Давайте рост во тьме уже.
армрестлинг выноси. Отлично, вынес. Кукуруза, резай армлера. Кукуруза. Алло. Кукурузка. Конченый, алло, приём. Раз, раз. А Юра, выноси метку. Бандюэль. Вставай, маг. Дайте бафы, помогу. СС повесил, перебегаем. Блин, мне просто подвис. Маны лоли заливайте. Стопайте в Халёна, бейте только боссов этого трэша. Спальте метку. Сэм, можем большой выбить на зэф, не грозы? Да, сейчас без СО утро бить. А Юр метка. Бьем босс. На голем большой жив. Перебегаем. Что прожмись-то? А то святая клятва на КД. Да, блин. Бейте трэшся. Блика трэш бейте. Бей, Виталич. Не растет. Стопите, смотрю, надел свет. Бейте только голема. Мороноси. Да кого тут морозится? Свет не бейте. Спасибо, что я только что это сказал. Ману заливайте, шаману. Перебегаем. О, смещайтесь, смещайтесь, смещайтесь. Крудай. Дайте гимна, ману, что ли? Сакру. Лизни ТТМ, выноси метку. Давай, Джерион, гимна, ману. Уже поют. О, что? Стопайте в Халёна, бейте только маны шаману. Давай, грози брын, гимна, ману. Быстрее. Дайте возложение рук. Сил, дай возложение рук по лоле. Лоли, лоли, лоли. Арм выноси. Ждите 60 святую добивайте после перебежки. Не бейте Халёна. Диспельсы на себя. Чардж, блинк, что-нибудь. Хорош. Давайте перебегаем. Трэш, на поле давайте добиваете уже. Мне кажется, это хохол. Все, давайте добиваем босса. Давайте. Это тоже хохол. Кукуруза, метку выноси. Да. Маны не ноль. Нормально. Ура! Спельте. Как же это сделать тебе, а? Блин, ну хуй! Рольте хилать чешку.